Зачем мне открыл символы? Потому что это я... была коса. Я знаю. Зачем мне открыл символы? Потому что не смог. Сейчас вот иду сейчас к пушке и еще раз за символами. Давай. Да, забирай кресло. Что такое? Ну, заново будешь возвращаться. Буду. Придется. Бегом! Сначала из пушки стрельнем или будем записывать? Давай из пушки, да, чтоб на свежую память. Где там листик? Так. А я не знаю. Че, мимо что ли? Может, надо вот это внизу, но направо. Сюда мы стреляли. А, здесь не крутится. Ич. Непонятно. Подбили мы, не подбили что-нибудь. Потом опять не пришлось возвращаться. Я рисовал. Звук. Пять. Вон.
Часы. Все. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А теперь другое пошло. Да. Может, оно сбрасывается? Не, он показывает то же самое, просто пятый символ разный у него получается. А здесь -то все то же самое. То есть надо вместо пятого символа, значит, делать звук. Все, понял. Все остальное в том же порядке рисует. Значит, то, что ВКонтакте присылали, точно неправильно. Нет. Знаки, да, игру нет. Нет, то, что мне скачет скинул ВКонтакте, точно не будет работать. О, да. Давай. Да, я понял. Рэпчик. Я тебе буду колыбельную петь. Смотри, что, которая после звука идет, та первая, последняя звук. Такое возможно? Получается, нам с каши надо начинать. Которая после звука идет первая. Да не говори, у него в животе там чего только нет. Жена засыпает, да. Почему я ничего нового не набрал? Хорошо, еще одна кассета будет там, да, когда мы откроем с помощью знаков. Ага. А еще одна. Что-то новое появилось. Вот здесь я помню его еще. Уйц. Здесь я помню его еще. Еще. Ага. Что-то новенькое. Я здесь не был. Иду, иду за кассетой.
Где-то. Ой. Эй. Не знаю. Да, оно мне передал, что я хороший. Как будем пробовать? Как нам сказали, что после звука первой... Расческа. Это там загогулина. Давай быстрее. Так, сейчас спутник, потом ЧП. Ну, после ЧП цветок. Уж последним его делаем. Часы. Так, уголок. Какая-то непонятная фигня и звук. Сейчас звук. Звук? Где ты? Где еще две кассеты? Наверное, значит, надо туда, в зеленую идти, или порталку, да? Ну, слава богу. Плюс еще непонятно, куда мы с тобой выстрелили. И куда, кстати, мы усосали этот проектор. Да, кстати, не то, что ты делал. Ты писал курсовый поначалу? Да? Я тоже. Я их чертил? Ну, я писал. Совсем чуть-чуть осталось. Две кассеты. Дверь, приближайся быстрее, я хочу в тебя войти. Это реально классно. Точно. Играешься игрой и забываешь. Раз, два, три, четыре. Давай, выходи. Где мы? Ой. Так, телепортатор. А это вперед. А зачем так было эту остановку делать? Так. Надеюсь, Юра завтра не приедет. Клеймен, up here! О! Мы знаем, что почти конец, раз две кассеты осталось. Интересно, и спать охота. Так, здесь ничего нет, значит, только направо. Клеймен, up
кто-то кричит что-то. А о, медведь. Что это, кнопка? Блин. Слушай, опять эти картинки. Что это значит? Количество, что ли? Ну-ка. А где это? Сколько у нас шариков было? Четыре, по-моему. Давай, я посчитаю. Четыре шарика было. Туборга было, по-моему, тоже четыре. Там свои каракули разбирали. Где Туборга? Тоже четыре. Овец. Так, овец было, по-моему, больше. Раз, два. Три, четыре. Они тоже четыре. Четыре. Как ты их рисовал? Овца я писал просто. Тебе нужно подвинуть мишку, чтобы робот подошел к окну. Это понятно. Но овец тоже четыре было. Значит, не зря мы собирали эту штуку. Что, обратно стрелять? Да. Наверно. Так, а чтобы до стрельбы нам дойти побыстрее, как лучше это сделать? А, через портал, да, и там на веревке спуститься вниз. Ну, осталось чуть-чуть совсем. С робота но убьем. И все будет хорошо. Не работает еще. Я не понимаю, что это за пластилиновая игра. Это не Верхут. А. А где еще какой-то сетки взял? Знаешь? Теперь сбей медведя. Сейчас. Привет. Привет. Чё-то ты поздно пришел. Наверх. Что, давай, зак. Уч. Интересно, как они это все снимали? А? Не, они это все слепили, получается. Так.
Сидит ножками дрыгает. Мишка роботов. И что, теперь нам опять туда идти? Господи. Арта отгибает. Бегать мне надоело туда-сюда. На игру было потрачено 40 тонн пластилина. Да не поверю. 40 тонн пластилина, разве это реально? Нет, робот. Да, я убил робота. 8 тонн пластилина. Новые данные пошли. Сорок тонн потратили на Prime World. Нет, опять эта песня. Готовься. Давай, 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 бежим отсюда. Железный поп. Чем получается? Да, я люблю сидеть. Ван, ван, робот тоже пластилиновый. Ром, ты хотел мишку? Все мы когда-нибудь хотели мишку. Если что-нибудь другое здесь налить, он каким станет. Хедшот. Как говорится, товарай. Так, теперь вместо рекламы врубают мелодию на стрим. Все будут разбегаться, да? 3 тонны все-таки пластилина. Но это более-менее еще понятно. Давай, портал нам нужен. Наконец-то. Пора. Сохранимся. Записать. Мы посмотрим на наше злодеяние. Что же мы там устроили с этим роботом? Три часа, да? О-о-о-о-о, смотри. Злой добрый. О, переключил, смотри, со злого на доброго его.
сейчас. Они беспощадны, бессмысленны. Прыжок из ямы. Что за трэш творится? Что репортатор сломался. Блин. Передвигается. Так. Пуск. Запуск вируса. Выпустите меня! Выпустите меня! Нам конец! Нам конец! Выпустите меня. Сражение робота. Чужой против хищника. Это медведь? Жесть. Воду мутили. Туда, туда! Жираф. Чё, без сыр-бора забедешь, что ли? Блин, твою овечку опять размазала. Разбился. Ага. Два вируса. И антивируса. Пушка. Дистанционное управление. Oh.
Нет. Че, это вместе с другом, что ли, летел? Да, это было эпичненько. Какой